Роня Прокоповна имеет вкус. Мерси за комплиман. Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой. И ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки своего существования, для сведения обхождения. И когда такой человек, если он ученый, поднимется умом своим за тучи, и там умом своим становится еще выше, лаврской колокольни. И когда он студово глянет вниз на людей, так они ему кажутся такие махонькие-махонькие. Все равно как мыши. Как крисы. Потому что это же человек. А тот, который он тоже человек, не ученый, но зачем же? Это же ведь очень и очень. Да. Да. Но нет. Ну, разумный. А страшно.